Достаточно большое количество сегодня участников было. И самое, что важное, как я считаю, достаточно много было молодого поколения. То есть дети у нас начинают приходить, начинают обращать внимание на то, что делают, то, что делали и делаем мы. И им это нравится, они с удовольствием приходят, с удовольствием участвуют в наших соревнованиях. И тем самым мы будем пополнять ряды, так скажем, активных спортсменов и активных людей, которые занимаются спортом, и в частности кроссфитом и греблей в закрытых помещениях, как теперь она называется. Я очень рад, очень благодарен фонду «Гераклеон» и благодарен Еремину Сергею Александровичу за то, что его, так скажем, начинание, его дело живет, оно развивается, и мы всеми возможными силами ему будем помогать. И, конечно, это дорогого стоит в данной ситуации вообще в стране, да, и в целом в мире, потому что здоровая нация, здоровое будущее поколение даст возможность нашей стране выйти на новый уровень жизни, и только здоровый человек может позитивно думать и принимать правильные решения в сегодняшней нашей действительности. Ну, я всегда тренировался каждый день рано утром вставал и бегал, и потом на сале, на концерт, на лодке, всегда, это всегда, 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 каждый день. Но в Москве я вступал на Санкт-Петербург и двух столиц. Это и другая страна, на Перу, на Кубе. И так, классно. Сегодня мне очень нравится, как организация. Все равно, все хорошо. Два дня назад в Министерстве спорта удалось добиться того, что у нас добавилась новая дисциплина – это гребля в закрытых помещениях на гребном тренажере «Концепт». Это, во-первых, это большой прорыв вообще для спорта, да, то есть теперь мы можем на российском уровне и на мировом уровне официально будут проводиться чемпионаты и соревнования, и всероссийские соревнования могут проводиться по гребле в закрытых помещениях. И в ближайшее время будет подготовлена материальная, ну, техническая база, да, то есть подготовят нормативы, и, соответственно, эти нормативы войдут в список и будут по этим нормативам присваиваться официальные разряды по гребному спорту. То есть, объясняя проще, можно прийти, начать тренироваться на гребном тренажере «Концепт», достигать определенных результатов и получать официальные разряды спортивные по гребному спорту. Я первый раз участвовала сегодня на таких соревнованиях. Параллельно мы проходим сейчас еще онлайн-отбор, проводим мы также «Концепт 2». Ну, я безмерно рада, что кроссфитеры сегодня показали гребцам, что они тоже умеют грести, а не только тягать штанги. Ну, довольна очень своим результатом, потому что не ожидала, что настолько хорошо смогу прогрести. Спасибо организаторам, спасибо «Концепт 2», «Гераклеону». Ну, как всегда, хорошо организованные соревнования. We'll be right back.